не попали в масть. Расцветка станции метро ЦСКА порадовала болельщиков «Спартака» и «Динамо». Дизайн платформы выполнен в цветах заклятых соперников армейцев. Левая сторона – красно-белая, фирменная масть «Спартака». Правая сторона – синяя, традиционный цвет «Динамо». О необычной расцветке в соцсетях сообщил футбольный комментатор Василий Уткин. А с какой заботой выбрана цветовая гамма? Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень. Но архитекторы проблемы не видят. Объясняет руководитель проекта станция метро ЦСКА Николай Шумаков. У разных людей разные проблемы. Кто-то не может цвета отличить. Уж поверьте, если Министерство обороны занималось этой станцией, то там все цвета, только цвета ЦСКА. Это красный, это синий, и другие цвета отсутствуют полностью. Болельщики ЦСКА участвовали как раз, активно участвовали в обсуждении, в выдаче задания художникам, поэтому никаких проблем вообще не возникнет. ЦСКА будет буквально счастливы. Но чтобы увидеть свои цвета, придется смотреть в обе стороны сразу или совмещать увиденное.